Всем привет! Всем привет! Мы начинаем новый влог. Он будет у нас очень интересный, потому что мы что будем выращивать? Кристаллы. Да, нам недавно в посылке Лилия прислала вот такие волшебные кристаллы. Вот здесь сейчас сфокусируется. Помечено, нам достался какой? Сапфировый. Да, Максим? Ага. Они есть вот аметистовый. Есть рубиновый, янтарный, изумрудный, хрустальный. Изумрудный это зеленый? Да. И вот такие они вырастают. Но каждый раз, я как поняла, разная форма будет, и они будут не похожие друг на дружку, но что-то должно быть оригинальное и интересное. В составе перчатки и вот такой материал. Для алмазов. Да, тут вот камушки. Это основа. Да, вот это основа, да? Вот это основа. Вот это основа? Да. На ней будут расти кристаллы. Да, вот это основа. И вот это интересные затравочные кристаллы. Вот их надо будет сразу пересыпать, потому что их мало, и пакетик такой плохонький, что может прорваться. А от них очень многое зависит. Также в комплект входила вот такая лопаточка и инструкция. Вот сейчас инструкцию я попробую показать поближе. Так, я на Максимкино место сяду, просто свет так падает, чтобы было видно. Давайте посмотрим немножко инструкцию. Мы сейчас будем уже действовать согласно нее. Вода наша уже закипела. Ну и тут говорится, что для начала нужно вот эту синенький кристаллический порошок высыпать в пластиковый контейнер. Контейнер у нас вот тут, но порошок вот здесь. Помогать нам будет папа. Будем засыпать. Интересно, что воду надо было вскипятить. Только не в металлической, не в алюминиевой посуде. Мы ее вскипятили в металлической. И налить вскипевшую воду в контейнер с этим порошком до нижнего края ободка контейнера. Я пытаюсь читать через камеру, надо было над камерой. Должно остаться примерно 1 сантиметр до верхнего края контейнера. Будьте осторожны. И дальше говорится, так я вам буду вот так показывать, как они будут наливать, а сама читать. И потом надо будет размешать кристаллический порошок пластиковым размешивателем вплоть до его полного растворения. Важно, чтобы порошок растворился полностью, иначе оставшиеся нерастворенными частицы помешают правильному процессу. Время, необходимое для полного растворения порошка, может составлять более 2 минут. Так что запаситесь терпением. Так что нужно тщательно прямо со дна это все мешать больше 2 минут. Но пока мы мешаем, я буду читать дальше. Надо будет сейчас обмыть каменную основу, то есть эти камушки теплой проточной водичкой, и высыпать их в контейнер с горячим кристаллическим раствором. Аккуратно, равномерно распределите основу по дну контейнера. Так что, Максимка, можешь пока мыть камушки. Угу. Теплой проточной водичкой. В тарелочку их сложи. Ага. Кстати, перчатки лежат. Так, вот мы высыпаем камушки. Красивые. Максим говорит, красивые. Они разной формы, разного цвета. Неси к папе, будем их промывать. Вот такое прям горячее совсем у нас. А где палочка? Вот можно эту мешать пока. Там больше 2 минут надо было мешать. Это уже растворилось. Растворилось. Так что вот такая вот. Ну, интересно, на самом деле интересно. Сейчас будем по донышку рассыпать эти камушки. И потом закроем крышкой. И будем ждать около часа, когда полностью не остынет до комнатной температуры. Так,
Вот они такие красавцы. Вот. Ну давай. Тихонечко, чтобы без брызг. Без брызг, потому что там кипяток. Нет, потому что разбрызгивать. Их надо распределить будет по донышку. А ну-ка. Это не друг на друга-то, а ты по донышку раскладываешь. Да, в разных местах. В разных местах. Вот, папа помогает. И будем час ждать, когда остынет. Потом откроем крышку контейнера, осторожно засыпем затравочные кристаллы. Так, чтобы они разместились равномерно на каменной основе. Основа. И снова накроем крышкой, и при этом не перемешивать. И не трясти будем. Нужно сначала распределить. Нет, теперь мы закрываем крышку на целый час. Нужно еще разместить там кристаллы, палочку. Ну, мы их там наложили. Просто нужно их отделить, наверное, или... Максимально, она же темная, тут ничего не видно. Поэтому они надо... легли нормально. Поэтому надо было кидать так, чтобы они лежали равномерно. Они легли на дно контейнера. Теперь накрыть контейнер надо крышкой на целый час, пока не остынет. Примерно лежат. Ну, давай, Максим, закрывай крышкой. Поставили мы нашу смесь на полочку, где она уже не будет больше шевелиться. Сейчас будем уже засыпать затравочные вот эти вот кристаллы. Ну, давайте. Их надо так распределить, чтобы они как солью были посыпаны вот полностью. У нас крышка утонула. Сейчас попробуем. Видимо, вот это вот самое важное, чтобы сверху как следует эти кристаллы посыпались. Ну и потом мы на сутки закроем крышкой, а через сутки откроем и уже будем ждать. Я вас буду уже время от времени в курсе держать и показывать, как тут что-то меняется. Ну, как обещают в инструкции, то 1-4 недели. От 1 до 4 недель. Ну, интересно. Ой, там Максимка прыгает, и я прыгаю. Он в середину или без разницы куда. Все равномерно. Главное равномерно, да. Лилии огромное спасибо, конечно, за такой подарок замечательный. Даже папа проявляет интерес. Посолили, теперь поперчить еще надо. Да, посолили, сейчас поперчим. Ну все, процесс мы этот закончили. Закрываем крышкой на сутки. И больше не будем шевелить. То есть они уже вот в этом положении будут стоять все 4 недели. Сейчас я вам кое-что покажу. Привет! Привет! Это Макс ложится спать. А вон там его маленький Максик. Максик с пальчик. Да, Максик с пальчик. Не расстаетесь с Максиком-то? Нет. Да, они так вместе и спят. Но чтобы Максимка его не раздавил, Максим жалеет мальчика и сажает его повыше. Но иногда в обнимку засыпают. Я у него отнимаю и сажаю в уголок. Да, ну все. Будем ждать роста кристаллов. Спокойной ночи тебе. Спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Кто сейчас ложится спать? Спокойной ночи. Прошли ровно сутки. Видно, что тут чуть-чуть уже изменяется. И надо через сутки открыть крышку и уже будем ждать. Ну давай, Максимка, не качая и не шевеля. Вот так открываем крышку. Мы ее сейчас уберем. И теперь нужно не шевелить, не травмировать и никак вообще, чтобы ни вибрация, даже громкая музыка рядом, чтобы не была. То есть по инструкции все очень строго. Я вам сейчас поближе инструкцию покажу. Я ее зачитывать не буду. Сейчас она сфокусируется. Вот. Можно на паузу и
самим посмотреть, потому что интересно на самом деле. Ну и когда будет что-то меняться, я буду вас держать в курсе. Как только первый кристалл поднимется и его станет видно, в этот момент надо будет слить всю воду и вынуть кристалл. А я знаю как. И просушить. Нужно вот так вот положить руку. Не трогай только. Вот так вот положить руку, перевернуть и постукивая сверху. Да, вот так вынем. Ну, в общем, скоро увидимся и увидим, что же за кристалл. Ровно неделя прошла, как мы эти волшебные кристаллы начали растить. Смотрите, какие изменения. Вода испаряется активно. И вот такие вот губчатые какие-то наросты наверху появляются. Интересно, что вода испаряется, остается такой чистый кантик каждый раз у баночки. И вот эти вот наросты ползут кверху. Кристалл наш еще не появился над поверхностью. Очень мы ждем этого события. Но вот про эти вот губчатые штучки, которые выползают, я хочу прочитать. Почему я обращаю часто внимание на инструкцию? Ну, вдруг кто-то еще с детьми захочет поэкспериментировать, сделать то же самое, и вам будет уже намного проще. Я буду читать над камерой, поэтому, может быть, немножко будет болтаться изображение. 9-й пункт. В процессе испарения воды из раствора по стенкам контейнера будут ползти вверх губчатые узоры из пористой соли. Избегайте попадания кусочков этой соли на кристалл. Это может помешать правильному росту кристалла. Вот. Так что у нас все в порядке. Они активно растут, активно ползут. Их, кстати, так много. Вот, смотрите, они как выглядят. Но попадать не должны, потому что они, вот я как сказала, тут целый кантик еще остается. Но наблюдать за вот всем этим процессом очень интересно. Всю неделю мы тут вокруг кружим этой баночки. Надеюсь, наш кристалл нас будет радовать. И как только он появится над поверхностью, мы его в перчатках вынимаем, просушиваем на свежем воздухе и ставим на полочку. В инструкции еще написано было, вот в 10-м пункте, я его зачитывать не буду, но если хотите, поставьте на паузу. Тут говорится избегать попадания с водой, контактов с водой. Вот. Поэтому, ну, даже не в 10-м, в 11-м, да, вот избегать контакта. И тогда все будет хорошо. Ну, с вами встретимся уже, когда кристалл появится. Я скажу, сколько дней еще прошло, и будем сушить его на свежем воздухе, доставать и сушить. Посмотрим, что же у нас получится. Сегодня наступил 10-й день. У нас вся баночка уже обросла вот этими вот наростами губчатыми. И посмотрите, у нас появилась макушка самого высокого кристалла. Значит, пора уже все вынимать. На самом деле, мы думали, будет намного выше. А вот если посмотреть, то вот у меня 2 пальца высота. Получается, кристаллы, ну, невысокие будут. Потому что самый высокий, вот он только появился. Ну и что у нас тут в инструкции говорилось, что когда над поверхностью раствора появится вершина самого высокого кристалла, наденьте перчатки, слейте остаток. Так, вам видно? Слейте остаток раствора, переверните пластиковый контейнер открытой частью на ладонь, другой ладонью осторожно постучите. По дну, ну, в общем, вынуть надо. Если оставить кристалл расти дольше, то может некрасивым стать. Поэтому будем сейчас действовать. Поможет нам наш папа. Попросим его одеть перчатки и вынимать. Ну, что, Максим, сказать хочешь? А его нужно уже вынимать, получается? Да, все, время пришло. Мамочка посмотрела сначала точка, потом папочка побольше, потом я самый большой. Ну да, утром прямо совсем капелька была, торчала. Но сейчас он уже так выглядывает.
Теперь надо их осторожно вынуть, постучав. О, ладно, чтобы не повредились. Красота. Прям как самые настоящие. Сейчас посмотрим. Но оригинально. Очень даже оригинально. Ну, тазик можно уносить. Сейчас мы поближе посмотрим. Одна отломалась. Одна отломалась. Ну, не страшно. Ну, смотри, Максим, как тебе? Красота. Так бы и потрогал. Нужно, чтобы высохло. Да, нужно высохнуть на свежем воздухе. Давайте поближе порассматриваем этот кристалл. Он уже немножко высох, и можно его брать. Так, сейчас я попробую это сделать. Смотрите, какая красота. Если на него будет падать солнце, он прямо весь играет, весь светится. У него разные грани, и вот они прямо на свету. Смотрите, как снег, да, переливаются, получается. Очень красивый, интересный. Лилия, огромное-огромное вам спасибо за доставленную радость. Его и выращивать было интересно. И на него смотреть очень интересно, особенно при солнечном свете. Сейчас на улице темно, солнышка нет, и это вот просто электричество домашнее. И вот так вот играет этот кристалл красиво. Но обязательно мы его будем смотреть еще на солнышке. Девочки, мальчики, у кого есть детки, да и сами вам, наверное, будет тоже интересно такие вещи позаниматься, таким вот выращиванием кристалла. Если увидите, купите, но реально интересно. Это не реклама, потому что это подарок нам был. Но понравилось. Максим играет со Степой. Смотрите, я вся измазалась. Сейчас пойду мыть руки. Вот такой у нас тут котик. Купили котику башмачок. Этот башмачок снимается. Вот так вот валяется этот котик. Ну, покажи, Максим, как он снимается. Вот он, такой керамический башмачок. Как сувенир очень интересен. На подоконнике можно просто между горшочками ставить. Ну, а мы решили побаловать нашего вот такого котика. Вешай ему обратно, пусть играет. Вот такой котик играет. Ну, на этом мы, наверное, с вами прощаемся. Всем спасибо за внимание. Спасибо всем, кто был до конца и растил наш кристалл вместе с нами. Всем пока. Всем пока. Давайте я вам покажу, кто тут мяукает. Это Степа. Он закопался. Он там полностью под матрасом лежит. И ругается на Максимку. Не трогай. Ага. Спать он лег. Степа, тебе же неудобно. Мне удобно. Я сплю так. Закопался, закутался под матрас. И ругается. Да, Степан? Ругаешься на Максим? Давай, Максим, отходи, не мешай. Говорит, выключи свет, и все свободны. Степа, нравится кристалл наш? Нравится.